Здрасте. Я сегодня к вам с новостями из нашего свинарника. Ну что, выкинули утковода и его воровскую шоблу. Очень давно ожидаемый решительный бросок кости людской стаи. Даже не знаю, как реагировать. То ли радоваться, типа наконец-то, теперь все будет хорошо, все заживем по-новому. То ли печалиться. Придут новые крепкие хозяйственники, без виноградников во Франции, без домиков для уточек, ну и прочих приколов. Им же захочется на все на это бабла намутить и это все поиметь. Того невъебенного профицита бюджета явно не хватит на них на всех. Старая шобла выпадет теперь из внимания и безнаказанно уйдет огородами по Англиям и Швейцариям, по своему основному гражданству. С профицитом тоже накосячили. Пизданули, не подумавши, что он огромен, а потом сделали рука-лицо и по устоявшейся традиции об этом замолчали. А потом опять же по устоявшейся традиции нам скажут, да, профицит был огромен, но его распиздило бывшее правительство и рассосалось без возможности поймать и вернуть. А новым председателем правительства будет налоговик. Кто-то уже начал говорить, что в свете дополнения и правки Конституции у нас будет налог на воздух, налог на совесть и налог на налог. А Новый год переименуют в соответствии с римским правом, когда он назывался днем подведения итогов сбора налогов с рабов. Жить стало лучше, товарищ. Жить стало веселее. Когда веселее живется, работа строится. А теперь к местным новостям. У нас новое помоечное общество с ограниченной ответственностью. ООО РЖД «Транспортная безопасность». Тоже по устоявшейся традиции нихера законов не знающая и поэтому не признающая, не имеющая соответствующего требованиям обеспечения и формально аттестованная. На сей раз я написал заявление в прокуратуру. Транспортной безопасности. Старший не решает ничего. Нет, он поднесет вам документы, и вы будете с ними ознакомиться. Мы нужны вам, нет? По несколько раз в день прохожу. По несколько раз в день готов отправить. День добрый. А можно у вас поинтересоваться, существуют ли у вас документы о поверке, о исправности рамок и металлодетекторов? Потому что вот эти ребята говорят, они тут ни при чем. Вы своим звоните, вы же откроете транспортный безопасник. Конечно. То есть вы даже не знаете, кто за что отвечает? Отдельное государство, транспортный безопасник, вокзал. Отлично. А что мы получаем, мы знаем, не собираем. Да, я не переживаю. Ты с вами позвони, скажи, что вот такая ситуация произошла. И все, и вы должны твои. Да она еще повторяться будет неоднократно. Алло. Проверяется 17 часов. Гражданин,
А на сегодня все. Отстаивайте свои права. Спасибо и до встречи.